Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Metro Last Light. Мы находимся на заброшенной ветке вместе с Анной. Нам нужно разведать, что здесь происходит. Давайте почитаем свои задания. Вообще, пока что я могу сказать, что я очень рад тому, что мы тут видим. Так, как оно работает, блин? Ну, это понятно. Ладно, все, погнали вперед. По ходу дела разберемся. Не буду вас отвлекать. Ой, да ладно. Девушка, надо сказать, грубиянка еще та. Артем сам серьезно заматерел, чувствуется. Ух. Тут все чисто. Выдвигаемся. Чисто, только товарищ какой-то. Да не один причем. Кошмар. Так, по плану впереди вход в коллектор. Что-то тебя не беспокоит, что здесь просто могила какая-то. Этот голову себе отстрелил. Иди вперед, я за тобой. Что, пойдем? Офигеть. Давай направо, слева тупик. Да не торопи, блин. После стольких лет так охота все рассмотреть. Крысы, аккуратно. Здесь наверняка что-то хорошее лежит. Просто посмотрим. Смотри, это целое кладбище, да? Здесь они хранили людей. Так, смотри, на самом деле что-то есть. Патрончики. С патронами здесь, я так понимаю, та же самая замута, что в оригинальной игре. Можно стрелять кустарными патронами, которые, по сути, гораздо хуже. А можно реальными... Ух ты, посмотри, сколько их тут. Реальными боевыми, которые серьезно лучше, но которые при этом являются аналогом денег. То есть натурально стреляете деньгами. Зараза, вот это скорость. Спокойно, Анна. Думаю, тут ничего серьезного не будет. Так, лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Очень смешно. Так. Хорошо. Сейчас мы туда сходим. Ты там стой пока. Ох, ненавижу пауков. Ух ты, посмотри, как круто. Это прикольно сделано. Так, и что в итоге? Куда мы вышли? Мишка. Это ребенок. Офигеть. Офигеть. Так, патроны. Новая заметка. Может, дело и не в черных. Время сейчас тревожное. Орден похож на растревоженный улей, созданный когда-то, чтобы оберегать метро от любых опасностей. Он сам навлек на жителей подземки страшную угрозу. Когда мы проникли в D6 и нашли огромные запечатанные хранилища, казалось, что мы спасли человечество запасами лекарств и продовольствия, которые тут должны храниться. С действующим ядерным реактором в метро можно будет оставаться сколько угодно и даже до того дня, когда радиация на поверхности угаснет, когда мы сможем вернуться туда и снова сделать Землю своим домом. Ну да, на деле-то все вышло гораздо более прозаично. Поверхность. Надевай противогаз. Так, хорошо. Вообще, я очень рад, что они все это сделали намного более удобно. Потому что в первой части такие моменты были не доведены. Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Не для тебя цвет. Не для тебя моя роза цвела, конечно. Смотри, заросло все как, да? Вы знаете, они, по-моему, от радиации умерли. Здесь прямой воздушный поток с поверхности. Помоги-ка. Офигеть. Это народ, трупы, которые пытались попасть внутрь, но не смогли, похоже.
Так, как Двигаемся это делается? К главному входу. Фонарик врубаем. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Ты же вроде неуязвим для их воздействия, так? А я простая девчонка. Мне туда соваться нельзя. Офигеть просто. Просто офигеть. Так, счетчик. Аккуратно. Смотри, мишка. У нас не так много этих Теперь слушай внимательно. Фильтров. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз тебя так любили, черный тебя почует и сам выйдет. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Да, в общем, по сути, мы идем убивать черного, потому что его заметил хан. Где-то здесь, недалеко. И мельник хочет убедиться, Может, что эта тварь мертва. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно, удачи. Ну что, пойдем. Жутковато как-то. Сколько времени прошло? Вот там башня Останкинская, да? Где все закончилось в прошлый раз. Что это там? Ух, фонит-то как. Это что за налет такой? Хуй твою мать. Ух, что-то я испугался. Подожди, это получается... А, подожди, это же то самое место, куда попала ракета. Впрочем, не важно. Двигай в том направлении. Я прикрываю. Именно сюда мы запустили ракету. С башни наблюдали за этим взрывом. Там ничего не могло выжить. Хорошо, не шумим. Какие такие? Где они? Сейчас я по ним поработаю. Ох ты, япономат. Ой. Так, надо поспешать, похоже. Успел забыть. Держи, сейчас еще набегут. Еще тройка, работаем. Перезарядка. Давай, Анушка, помогай. Ай, молодца. Еще! Смотри за камышами! Меняю магазин. О, как не вовремя. Давай быстрее. Все, можно шуметь, я думаю. Потому что... Так, вроде все почистили. Ты цел? Нормально. Ты цел там? А не такой уж ты и кролик. Неплохо справляешься, Артём. Ну, слава богу. Воронки. Там что-то есть. Дерево мешает разглядеть. Офигеть просто. Какое дерево? Туда идти? Что-то мне жутковато как-то туда лезть, потому что это все... Похоже, придется, да? Так, давай влево. Там есть обход. Вода какая-то нехорошая совсем. Как будто, я не знаю, другая планета. Настолько это все чужое. Офигеть. Это что такое вообще? Ой, беда. Надо уходить отсюда. На кой черт я под это подписался? Кажется, вижу. Метров 30 от тебя. На 2 часа. О, пакость. Вот же он. Мелковат. Но с виду черный.
Ну что же ты? Давай! Да сейчас иду, ну. Дьявол! Вот это скорость! Как это он? Обходи слева, он еще там. На самом деле мелковат. Так, погнали за ним. Надо валить. А, вот сюда, понятно. Смотри, как шустро. Постой. Я даже не успел заметить. Он должен быть тут. Следи за тобой. Вижу. Сейчас я его украду. Да не успеешь ты. Прыгай за ним, Артём. Там не обойти. Попал. Но бесполезно, у него щит какой-то. Блин, я не могу бежать по такой жиже. Направо! Он прямо над тобой! Осторожнее! Готов! Да он, смотри, это как ребенок, что ли. Это он и убить-то не пытается. Какого вообще? Да. Хан, несомненно, был прав. Это как он видел это все, да? Оу, сейчас что будет? Страшно. Фашня. Еще не хватало. Тепленький. Guten Morgen. Отлично. Начало, конечно, просто вообще. Не, ну ты посмотри, это же... Существо, которое встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Ну, хорошо. Господин штурмбанфюрер, свежее поступление. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейк. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный, нормальный. И вообще, я гражданин Ганзы. Молчит! Понятно. За чистоту расы, короче, борется, как обычно. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант. Нет, нет, пожалуйста. В мусоропровод. Офигеть. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Читаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствуй, товарищ Москвин! Три. Я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Говори, или получишь пулю! Бери офицера! Ах ты! Давай, 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 давай! Всего хорошего. Пистолет забери, не забудь. Нож оставь себе! Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной линии.
Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно. Пистолет, ну... Я одно знаю, вообще в одиночку никак... отсюда не выбраться. А вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Не, только не туда, ты чё, я там... Ох, куда мы попали вообще? Что это такое? Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Ну ты издеваешься, да? Ну, какой у нас выбор есть? Лежню! Смотри на трупы. О, какой капец. Знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Лифт уедет, газ пустили. Офигеть. Так, спокойно. Двинули! Давай, пойдем. Ё-моё! Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы... Да... Вон там, лаз на той стороне! Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Понял. Так... Двинули! Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Давай, пошел. Так, кажись, проскочили. Ну-ка, решетка. Лупит кого-то там. Давай, братюнь, поднапрягись. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади. Давай. Эй, меня-то не забыл? Офигеть. А, ну ладно. Давай наверх. Я ж потом у меня бросил. Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клешнями напортачишь всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Нет, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, господин. Давай, погнали. Стрелять не экономно. Фюрер считает, что уроды не заслуживают... У ребята попали вы. Удобно и зрелищно. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с фюрером. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Форштейн, давай. Только раньше времени не начинай. Все, работаем. А что же делать? Пожалуйста. Давай, пойдем. Все, вальнули пацана. А нет, живые еще, смотри. А? Что? Ох, молодец. Даже не вякнул, гад. Че, нормально? Слушай, эй, слышишь меня? Там рычаг, он лестницу опускает. Ага. И че? Опустит. Перебей их столько, сколько сможешь. Нам всем все равно конец. Хорошо, братья. Открой клетки, а? Там в караулке пульт наверху. Ну что тебе стоит? Только увижу, открою. За тебя. Недолго осталось. Так, красный. Выкрути лампочку! Слышал? Что? Ничего не ожидалось. Зато уродина, что ты наши гены погасил. Ну, смотри, аккуратно. Нет, не надо. Тихо. Спокойно, не смотрим сюда. Дайте хоть чего. Ребята, молчим. Померечилось. Кормить тебя еще! Кто?
приляг. Слышь, парень? Да. Открой замки. В караулке пульт. В караулке. Сейчас я иду, подожди. Караулка где? Вон там. Что значит, ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершарфюрер приказал в расход. Это же трибунал. За сочувствие уродам. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... Тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что, заплатил? Так. Нормально, черный ушел, короче. Да нечего здесь торчать. Марш в казарму. Есть гер обершарфюрер. Так, хорошо, ножики метательные. Пока все идет очень даже хорошо. Так, он сюда идет. Это что за звуки еще? Спокойно. Так, тут вот один такой красивый. Ой. Вы слышите это наверху? Да твою мать. Ой, как это было тупо. Капец. Он такой, ничего не понял. Так, аккуратно. Ножики свои надо будет подобрать. Сейчас давайте потихоньку. О, читаем на паузе, в общем. Сейчас явно неподходящий момент. Как я его не убил? То есть просто если сзади подходишь, убивать нельзя. Ладно, будем знать. Может и крысы, я не спорю. А может... Ну ты понял. Ничего, кажется. Я просто оглушить его хочу, не убивать. Хотя фашист. Ну ты даешь, парень, как ты его? Нормально. Тише, тише. К сожалению, услышал ты все. Глотай газ. Спокойно. Ты, главное, не кипятись. Вы молодец. Но будьте осторожны. Если вас заметят, сразу пустят газ. Ты посмотри, они висят тут просто как мусор, я не знаю. Да не слышно нифига. Ай, молодцы. Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Вон кнопка на стене. Это вызов. Жми. Да подожди, тут где-то есть. Жми давай. Да заткнись ты, блин. Будешь орать еще мне. Почему я не могу с них оружие подобрать? Жми, там разберемся. Господи, мне народ надо освободить. Жми, говорит. Так, ну, видимо, это где-то там, поэтому пойдем. Сейчас тебе приспичит. Вы со мной шутки шутить будете? Ну-ка, вылезайте! Пацаны, ну что за приколы? Серега, ты? Гляди, следуй. Ты что такое? Давай, до свидания. Выпусти нас! Там наверху пульт. Можно открыть все камеры. А, вон, вон там. Я больше здесь, парень. Закрывай, закрывай шлюз. Сейчас ты подожди своим шлюзом. Я людей спасти хочу. Ну что тебе стоит? Нет, мы отсюда никак не попадаем. Выключатели-то наверху, в караулке. Ладно, ребята. Пора! Слушай, ты паникер какой-то, просто ужас. Внутренний блок нашли.
Теперь самое веселье будет. Подожди, внутренний блок. Держи. Часы у тебя что надо. Лампочка загорается, когда тебя видят. Удобно. Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Гранату бы. Ну ничего, прорвемся. Так. Ну а что, а этот, как иди его? Низом, а я сверху прикрою, если что. Где здесь? Можешь нажать кнопку, чтобы народ освободить. Не, смешно, конечно, было. Вроде нормально прошли, но стелс был эдакий. Хорошо, молодца. Нам он туда, походу. Они там народ мучают, что ли? Или что это такое вообще? Так, товарищ. Что? Стреляк. Так, на это у нас глушителя нет или есть? Не совсем понятно по стволу. Так, оттуда зашел. Ребзи, у вас что-то там много. Так, что еще можно предложить? Да не то, блин. Ой, капец. Заткнись. Жизнь твоя кончилась. Спокойно, все хорошо. Генетических уродов, говорит. Сейчас тебе покажу. Уродов. Блин, их там трое сразу, что мне делать? Надо было вот это отключить. Так, тихо, тихо, тихо. Надо будет приучиться как-нибудь эти лампочки выкручивать, потому что... Вы поняли. Хорошо, пока что все вполне себе. Так, патрончики подбираем потихоньку. И теперь давай ребят познакомим. Стой, кто? Окей. Ну так. Я думаю, куда он закатился. Так, ну что, выпускаем ребят. Сейчас мы ему устроим веселую жизнь. Так, Дмитрий Глуховский, метро 2033. Там, кстати, очень смешные книжки сейчас выходят. На каждой книжке какая-нибудь новая морда, спертая с какого-нибудь скриншота. Ты будешь таким надоедливым, я за себя не ручаюсь. Ты понял, да? Ох, что сейчас будет? Угу. Ну, заканчивай экскурсию. Надо идти, пока шарышек не закончится. Да вроде спокойно все.
поскакали. Фу, было неплохо. Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага, мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Ну что, ну, да. Я все тьфу-тьфу-тьфу. Ты молодцом, не зря тебя в рейнджера взяли. Ну что, давайте на этом закончим, наверное. В следующей серии посмотрим, что это за гортанные крики идут оттуда из угла. Могу сказать, что игра не только не стала хуже, она стала серьезно лучше. И пока что вообще никаких нареканий. Пока что геймплейно она стала просто нагло выше, то есть стрелять интересно. Как вы знаете, Метро 2033, там враги очень так топорно реагировали на стрельбу. Здесь все сделали как надо. В остальном к игре нареканий не было уже тогда, а теперь все это реализовали на новом формате. Ну и графон опять же. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.